Сегодня родителям солдат, погибших при исполнении воинского долга во время Первой Чеченской войны, были вручены ордена мужества. Тогда не было принято называть все происходящее в Чечне войной. 20 лет назад, выполняя боевую задачу по уничтожению вооруженных формирований в далекой республике, на улицах Грозного погибли четверо наших соотечественников. Всем, кроме одного, было не более 20 лет. Случилось это в новогоднюю ночь 1995 года. Дело в том, что 20 лет назад погибли наши боевые друзья, но мы не знали их в лицо, но я знаю, что мы воевали с ними на одной земле. И несмотря, что им было 18-19 лет, они отдали свою жизнь за целостность и стабильность в России. Их личности установить удалось не сразу. Все это время родители искали своих сыновей. И лишь спустя несколько лет фамилии погибших были установлены. Спасибо большой родине. Спасибо малой родине, что помнит, забыл своих сыновей. Ни Министерство обороны, ни государство в целом не оставляет ни одного случая, то мы все-таки находим возможность отметить в первую очередь этих военнослужащих, которые погибли при защите Отечества, и поблагодарить родителей за воспитание достойных сыновей. У этих родителей есть возможность приходить на родные могилы. Многие еще числятся без вести пропавшими. Ребята из Чувашии выполнили свой долг, проявили мужество и героизм. Их будут помнить. Это Иван Быков, Алексей Владимиров, Андрей Дмитриев, Дмитрий Чекуров.